Трикотаж, обувь, постельное женское белье, сладости, мясные деликатесы, товары для дома. Это и многое другое полюбившаяся белорусская выставка-ярмарка, открывшаяся в городском саду. Только с 8 по 14 ноября около 50 производителей качественных товаров будут радовать курганцев своим богатым ассортиментом. Если это продукты, то это будут натуральные колбасы, белорусская халава, экспортный элитный чай, та же белорусская косметика, которую знают по всему миру. Можно купить все то, чего не хватает в городе. И уже сама надпись «Беларусь» говорит о качестве. Помогут с выбором продукции консультанты-продавцы, расскажут покупателям о товарах, о их пользе и назначении. Копчености, всякие деликатесы, колбасы, домашняя колбаска, филе индейки, очень большой ассортимент. У нас производство Беларусь, город Слуцк. У нас продукты экологически чистые все, из экологически чистого мяса. Некоторые жители Кургана приходят на выставку уже не в первый раз, отмечают богатство выбора. Очень интересно здесь. Во-первых, много товаров всякого разного. Но вот масло купила. Мы только зашли на нее посмотреть. Что уже успело заинтересовать? Конфеты Белоруссия, фабрика. Я ориентируюсь, не курю, не пью и конфеты люблю. Да никогда не была, просто захотела посмотреть. Я в тот раз вот как-то приезжали, так я хотела, все хотела прийти. А сейчас вот иду, вижу, думаю, дай зайду. Гостей ярмарки ждут в городском саду каждый день с 10 утра до 6 вечера.